Лос-Анджелесе 6 часов утра. Мы выезжаем из ЛА и летим в Канзас-Сити. Мы проснулись полчаса назад, поэтому делайте скидку на утренний турничок. Особенно у этого персонажа. На самом деле, когда я слышал слово «Канзас», мне почему-то представлялась просто неимоверная жара. Лютая жара, она здесь холодная, кажется. It's your first time in Kansas City, right? Yes. One of the biggest drinking days of the year, the day before the Thanksgiving holiday in the United States. Yep. So tonight, drink vodka. Сейчас будем пробовать настоящее канзасское барбекю. So Kansas City is known for the brisket here and also what they call burnt ends. They both come from the brisket, but basically the burnt ends are the end of the brisket. And so they're somewhat fatty. They have some fat in them, but it's good. It's very flavorful. We also known for our sauce here. So our sauce is like in Texas they have sauce, Kansas City has sauce, but like in North Carolina and some other places that do barbecue, they don't have as much of the sauce and stuff. So, but our sauce is really, really good here. So brisket and burnt ends, we'll get a good sample of everything so you can try everything. So oh, yeah, it'll be right. Well worth it. Let's roll, yeah. Cheers. Сань, каково в 2 часа пиво пить? Слушай, даже не похоже на пиво, это похоже на вкусный безалкогольный коктейль. Очень интересный вкус. Привет. Tomato reduction. Друзья, прямо сейчас мы будем знакомиться с национальной кухней Канзаса. Тоже первое блюдо мы съели. Было яйцо, топус, что-то еще, какой-то соус. То есть все с соусом, а не очень без соуса. So take a picture. Yeah. This is our cheesy corn. Where is it? This is the cheesy corn right here. We'll have potato salad coming out too. Oh, there's a potato salad. I'll put that right there. For oh, potato salad. It looks different. It's not as chunky as you would have, but it'll be good. What is that? With mayonnaise? Yeah. Вот такая вот канзасская булочка. Ну чего, Саня? Добрый путь. Я не знаю, как это есть так и резать. Я буду все-таки руками. Cheers! Cheers. Сань, какие твои ощущения от настоящей канзасской еды? Наверное, все-таки не нужно есть в туристических местах, потому что обычно так, где-то вокруг Голливуда можешь заказать те же самые блюда, но вкус будет абсолютно другим. То есть нужно есть там, где едят настоящие американцы. Реальные. It's very good, no? Yeah. Очень большая разница чувствуется. По-настоящему вкусно, не пережарено. Нужно кушать только там, где едят местные ребят. Wow. Друзья, я совсем не знаю, какой у нас получится влог сегодня в Канзасе, но могу сказать уже точно, что благодаря национальной еде это очень вкусно, и мы уже полюбили Канзас. Сань, предлагаю добавить перчинки немного на наш влог. Смотри, он очень острый, он настолько острый, что здесь изображен скелет. Давай, прям на мясо, давай. Давай. Не-не-не, ну, Саня, не. Давай, прям, ну, черпани прям, серьезно. Так, что ли? Да, конечно. Друзья, мы продолжаем нашу экскурсию по Канзасу. Прямо сейчас мы находимся на территории арт такого пространства в Канзасе. Кстати, немногие знают, что наша студия Мономарк, которая находится в Санкт-Петербурге, находится на территории стрит-арт-музея, поэтому, когда мы гастролируем по разным странам, по разным городам, мы ищем какие-то интересные арт-объекты. Вот что нам удалось найти в Канзасе. Два огромных валанчика. Странно, в Канзасе валанчики, что бы это могло значить? How you like? You like? Yeah. Дорогие друзья, сегодня мы продолжаем ознакомить вас с животными, которые обитают
на территории Канзас-Сити. Вот вы видите белочку, которая бежит по травке. Где-то живет бобер недалеко здесь. А вот мы видим еще одного яркого представителя. Смотрите, смотрите, я подбегаю ближе. Это Матис. Ну как мой бобский наряд. Всем нравится. Слушай, твои треники просто покорили Канзас сегодня. Ну, мои тоже. Я просто... Мне уж нечего добавить. Что ж. Что ж уж. Вот, Сань, смотрю на твои треники, знаешь, что вспоминаю? Вспоминаю знаменитые брюки твои, в которых ты объездил пол вообще мира. Да-да-да. Где они вообще? Брюки сейчас все хранятся в надежном месте. Обменял ты их на тренировочные штаны удобные, да? Кстати, у этих брюк был очень интересный блеск. Я бы назвал это отлив даже. Друзья, на самом деле, как бы я не шучу, у Санька были брюки, в которых он объездил, ну не знаю, ну пол земли точно. И у нас была идея даже их взять под стекло. Увековечить. Увековечить на студии, повесить. Такие знаменитые, легендарные брюки Матисса, которые были и в Бразилии, которые побывали, и, не знаю, в Норильске, и много-много где. Просто разные части. Друзья, так как последнюю неделю мы провели в окружении высотных домов, мы приехали в Канзас посмотреть их даунтаун. Вместе с вами мы видели даунтаун в Лос-Анджелесе, мы видели даунтаун в Сиэтле. Пришло время посмотреть, как выглядит даунтаун в Канзасе. А выглядит он очень похоже на все остальные даунтауны. Экскурсия закончена. Мастер фотографии. Мастерским. Просто мастерским. Понял, да? Мастерским. Самые богатые люди тусуются. Где? Канзас. Здесь. А, здесь? Такое место известное. Подожди, это клуб канзасских миллионеров? Да? Я, кстати, никогда не понимал, что они там делают. У тебя есть деньги, да? Ты вступаешь в клуб, платишь какой-то большой взнос, чтобы туда попасть. Решаешь там серьезный вопрос, а потом оргия. А, все ради оргии? Все ради дела, а потом оргии. Все нормально. В Питере ты состоишь в каком-то клубе, нет? Отвечай, отвечай, отвечай. В каком клубе ты состоишь? So this is not the one you're thinking of. This is the one that's downtown, this is one of them. This is another one. This is the one that's known the most because it's got the books that are the outside of the library and the books like this. So it's and obviously we can't go inside, but it's like really fucking cool inside. I don't know if this is a Russia. This is obviously not studied in Russia, but a big Missouri book or a Midwest book. It's The Adventures of Huckleberry Finn by Mark Twain. Yeah. It's set in Missouri, the state of Missouri, in Hannibal, Missouri. So this is a very classic American book right here, The Adventures of Huckleberry Finn. Друзья, впервые, exactly. Собираясь на вечеринку, мы идем пешком до клуба, собираем всех друзей просто по дороге. Все, кто хочет в клуб, сегодня с нами. Come on. What is this? Is this a GoPro? Yeah. Hi, this is a GoPro. We're about to go into this place. These kids are about to kill it. They're from fucking St. Petersburg. Let's go. Yeah. We haven't got that far. We haven't got that far. They're going back to Russia tomorrow. О, это максимально странно. Еще хочется сказать, что наши экскурсии прошли даром. Мы проспали сегодня. Yeah. Уже, наверное, не помню, когда мы последний раз просыпали свой сет, но сегодня мы это сделали. Канзас. Я же говорю, у нас становится все больше и больше с каждой минутой. Всех в клуб лети. Мы там проснулись 10 минут назад, вот она тусовка настоящая. Настоящая. Полицейские. Огромные американские тачки. Куча людей. Вот это туса, конечно. Попали как в фильме, да? Let's go. Вот очередь в наш клуб. Yeah.
все, что угодно. Что за здесь происходит? Никто меня не понимает. Америка. Америка. Gotta love it. Midwest. What's up, Missouri boy? Think these boys are the coolest? Missouri needs to invest in these boys, not in the world. Это настоящая американская атмосфера. They kill it. People are trying to order. Yeah. Follow them on their personal blog. Друзья, добро пожаловать в настоящую Америку. Мы просто едим из еду из какого-то автобуса. Настоящим американцам из Канзаса. Вот такая вот еда, вот такой вот американец. Вот такой Канзас. В целом все отлично. Сань, как ощущения? Замечательно. На самом деле, очень такой специфический город. Но когда мы еще побываем в штате Миссури? Миссури! Миссури! Друзья, подходит к концу наш мини-американский тур. Мы уезжаем из Канзаса. Летим сейчас в Атланту. Оттуда летим в Париж. Оттуда летим в Питер. В общем, нас ждет лютый перелет. Но единственное, что приятно, что... попался водитель у нас. Сань, ты узнал его? Конечно. Это он самый профессор из фильма «Назад в будущее». Damn! Это был мой любимый фильм. Друзья, нас везет настоящий профессор из фильма «Назад в будущее». Это вообще? Это как вообще? Он отрабатывает. Как же так? Ёбарасы. Может быть, попадем в будущее сейчас? Главное, что не в прошлое. А что с твоим прошлым? Ничего такого. Но возвращаться в дом не хочу. Сань, смотри, в багажнике очень много женских волос почему-то. Может быть, это не профессор нас везет? Может быть, это серийный маньяк нас везет? Нет? Может, это серийный профессор? Друзья, наше путешествие по Америке, к сожалению, подходит к концу. Мы не прощаемся, встретимся в следующих выпусках нашего влога. Не забывайте подписываться, если не знаете, как подписаться. Вот здесь ссылочка. Жмите, подписывайтесь. Здесь были Матис Садко. До новых встреч. Мы вас любим. И что? И все. Thank you.